Теперь поговорим об американских машинах. Машинах марки Volvo. Конечно, не будем копаться в истории и сравнивать практически несколько марок, но те тягачи, которые вы сейчас видите, начали успешно завоевывать американский рынок в 1987 году. Помните, Сильвестр Сталлоне руки отрывал и в итоге выиграл себе Volvo? С тех времен Volvo с индексом N начала работать на Америку. И после этого надо понимать, что Америка полюбила Volvo всей душой. И все, что имеет маркировку W, VN и HN, это для США и Канады. Если кто-то вам скажет, что его машина начинается на V, то это круто. И он в реальности может в ней жить. Все остальное, так это маркировки двигателя по мощности. Причем мощность начинается от 300 лошадок и заканчивая 780-ми, бешено рвущими все, что хотелось, дизельными и умопомрачительными движками. Теперь станет совсем жестко. Сегодня и сейчас в Америке на типа их просторок аж 16 агрегатов продается под маркой Volvo. Теперь немного логики. По сути событий, Америкой рулят фрейтлайнеры, интернешнлы и конворты, а потом уже Volvo. Итак, в Америке на ее просторах бьются Mercedes-Benz и Ford. Остальные замыкают. Но и Volvo это круто. Теперь вопрос. О какой! Я понимаю стоимость, но беря во внимание цену от 60 тысяч US-долларов, купить себе такой агрегат сейчас смысла нет. Но с другой стороны, поискав по нашим сайтам, можно в пределах мультоса себе взять. Вопрос с ремонтом. Да легко. Цена будет стоить от ушатайки, но после ремонта вы с такой машины не слезете. Я вам это точно говорю. По состоянию этого автомобиля. Открыли двигатель, посмотрели. Знаменитый Каминс. 14 литров. Никаких течей. Ремни. Да все в идеальном состоянии. Что здесь? Здесь даже панель не протерта. Здесь даже спальное место не углажено абсолютно. Здесь сиденье, ну, немножко запыленное, но, извините, бывает. Но кто-то может сказать, а где DVD и микроволновки? Я вам сейчас объясню. Все очень просто. Смысла телевизора здесь ставить нету, потому что в Америке стандартик такой, NTSC. Здесь вы его не посмотрите, и какой смысл? Во всем остальном оборудование, включая автономку, есть. Давайте поговорим о цене. 1 871 тысяча рублей. А теперь, собственно говоря, та самая информация. Ну что, ребята, как бы вам грустно не хотелось, и кто бы не хотел ездить на головастиках, я вам так скажу. Америка рулит. Владивосток, все транспортные перевозки, включая, ну, сыпучие материалы и контейнеры, это все фрейтлайнеры и Volvo. Дальше едем. Восточная Сибирь. Вот это самое знаменитое, угвазданное наглухо, абсолютно никакущее. Я вам могу много чего про нее рассказывать. Так вот, эта трасса Амур. Какие автомобили там едут? Nissan Diesel 4-мостовый и америкосы. А я вам скажу, что дороги там, ну, практически нету. А какие там съезды? Так вот, эти автомобили везут автовозы японцев. Как они едут? Да не спеша, да потихоньку. Но длиннющая рама позволяет вывешиваться колесам. И машина едет. Я вам сравнение скажу. Вы уж не обидитесь, но это тепловоз на резиновых колесах. А еще там есть такой участок между Иркутском и Красноярском. Там вообще полный абзац. Фреды едут, вольвешники едут. Едем в Центральную Сибирь. И там тоже Америка рулит. Если еще кто не понял, то автомобили, которые заботятся прежде всего о сохранности груза и о сохранности водителя, это вам не всякие там, хотя и с уважением я тоже отношусь, ну, к различным головастикам, но головастики это все, честно говоря, для Европы. Для России нужны америкосы. Также эти америкосы рулят и в Центральной Сибири. И только в Западной понемножку начинают появляться головастики.